Всем привет! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас в своей творческой мастерской. На моем канале вы сможете не только ознакомиться с моими работами, но и также посмотреть, как я их создаю. Первый раздел посвящен картинам в стиле стрингарт. Я их создаю с помощью фанеры, гвоздей и швейных ниток. Кроме небольших работ, я также создаю портреты по фотографии. Второй раздел посвящен работе с кожей. И так как я люблю экспериментировать в работах, в этих блокнотах я скрестила дерево с кожей. Ну и третий раздел, не менее мною любимый, это работа с деревом. Сейчас я покажу вам несколько работ. Декоративная ложечка. И также брусок, на котором я тренируюсь вырезать лица. Ну вот, пожалуй, и все, с чем я хотела с вами поделиться. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока. Thank you.